Польские самолеты завозят на Украину мешки с деньгами, причем в буквальном смысле. Об этом сообщает американский интернет-портал Open News. Но откуда эти деньги берутся и на что идут, остается вопросом. В интернете, правда, уже много версий. Говорят, что эти десятки миллионов долларов на свержение Порошенко. А может, наоборот, для президента. А может, на войну. Но уж вряд ли на пенсии и социальные